виду обычное кафе, если бы не одно «но». Каждый день посетители здесь встречают вот такие дружелюбные, пушистые, лохматые коты и кошки. Здесь и можно практически все. Залезать на тумбочки и полки, носиться или лениво передвигаться по комнатам, есть вместе с людьми. Взамен от четвероногих друзей ждут игривого настроения и дружелюбного настроя. Идея организовать кота-кафе в Ульяновске пришла молодой девушке год назад. Софья Митина, вдохновившись опытом страны восходящего солнца, решила сама открыть первое в Ульяновской области кафе с кошками. Подобных заведений от Чукотки до Калининграда в целом можно пересчитать по пальцам. Кота-кафе изначально появились в Японии еще около 20 лет назад. Там люди приходили туда, приходят по сей день просто созерцать кошек. У них это главное увлечение. Когда кота-кафе появились в России, и цель их работы немного изменилась, у нас это как социальные проекты. Кошки ищут дом. Они из приютов, либо передержек от волонтеров. Если кошка привыкла во время посещения кафе к гостю, а он к ней, ее можно забрать домой. Правда, Софья и ее команда продолжат следить за судьбой питомца, попросят фотоотчет и будут постоянно на связи с новым владельцем, чтобы знать наверняка, что четвероногий друг в надежных руках. За год работы кафе свой дом обрели свыше 20 животных. Есть сейчас забронированные котики, которые тоже скоро уедут домой. Есть очередность котов, чтобы к нам попасть. Ну, на данный момент у нас их 15. То есть мы стараемся придерживаться примерно этого количества, потому что, как мы выявили опытным путем, оно максимально комфортно для самих кошек. Если коты устали от человеческого общества, то они спокойно могут уйти в отдельную комнату, где у каждого есть свое место, лоток и миска. Раз в месяц к животным с плановым осмотром приходит ветеринар. Все коты кастрированы, а кошки стерилизованы. Сама работа заведения выстроена по принципу тайм-кафе. Человек платит за время, проведенное здесь. Помимо общения с кошками посетители могут провести время за настольными играми и отдохнуть за чашечкой чая. Деньги идут на содержание котиков, то есть там наполнитель, лечение, ветеринарное обслуживание и так далее. Вот, приют нас поддерживает, помогает всегда. Если какие-то вопросы, котика на карантин отправить, то это к ним мы всегда обращаемся в этом случае. Софья Митина и ее котики удостоились высшей награды на прошедшем на днях в Ульяновске международном форуме деловых женщин. Проект «Кота-кафе» победил в благотворительной номинации «Помогаем людям». Рената Алиулова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.